наступлением потепления жители нашего города все чаще начинают выбираться на природу. К тому же и дачный сезон уже давно открыт. Но отличный отдых вдали от города могут испортить клещи кровопийцы, которые только и поджидают отдыхающих и дачников. Поэтому нужно соблюдать все правила предосторожности. Многие считают, что в садах и на дачах клещи не водятся, но это заблуждение. Поэтому советуем заранее обработать ваш участок. Самостоятельно это делать не стоит, потому что есть риск отравления веществами для обработки. Доверьте это дело специалистам. На оборудованном квадроцикле опытные профессионалы специальными растворами обработают любую территорию. За одну сотку земли цена 300 рублей. Одной обработки хватает от месяца до полутора. То есть после обработки все насекомые, находящиеся на обрабатываемой территории, погибают в течение суток. После обработки не рекомендуется на территории появляться первые сутки. Пользоваться полноценной территорией и детям тоже можно уже через 3 дня. Второе. Обязательно поставьте вакцину от клещевого энцефалита. Сделать это можно в больнице по месту жительства. Начать прививаться можно уже с ноября, тогда успеет выработаться иммунитет. Но и весной еще не поздно поставить прививку. Врачи советуют сделать это до середины мая. Детям, школьникам и пенсионерам вакцину поставят бесплатно. А вот остальным нужно будет заплатить из своих средств. За вакцину отечественного производства 200 рублей, импортного производства 750 рублей. Третье. Оформите договор страхования от клещевого энцефалита. Клещи передают очень серьезные и опасные заболевания. Это клещевой энцефалит, это болезнь Лайма, это другие заболевания, которые передаются именно клещами. Приобретая договор медицинского страхования, человек получает профилактику, диагностику и лечение именно таких заболеваний. Оформить договор можно в любой страховой компании, как на одного себя, так и на всю семью. При себе достаточно иметь паспорт и 300 рублей. Их вы отдадите за оформление документов. Сумма же самого страхования от 50 до 500 тысяч рублей. Все зависит от выбранной вами компании. Имея при себе такой договор, в случае укуса клеща вы сможете рассчитывать на бесплатное оказание первой помощи, диагностику и лечение. Ну и последнее правило, которое следует соблюдать, чтобы не стать добычей клеща – это правильно подобранная одежда. Сейчас в магазинах можно купить даже специальную противоэнцефалитную одежду. Есть со 100% защитой. Объясню, как они работают. На стадии производства в эти костюмы вплетена специальная обработанная антиклещевыми растворами нить, которая очень хорошо защищает от клеща. Также отпугивает, помимо клеща, еще и других насекомых. В чем преимущество этого костюма? В том, что не выветривается вот данная пропитка. Такой костюм обойдется вам в среднем в 4 500 рублей. Можно купить более бюджетный вариант за 900 рублей, который защитит вас от укусов клещей, но обрабатывать его придется самостоятельно акарицидными спреями, действия которых хватает на 20-30 дней. Помните, предупрежден значит вооружен. Не дайте клещу испортить вам отдых и омрачить теплые деньки.